Привет, мы сегодня играть будем в невидимые, короче, пересечь невидимые и там что-то получить. Можно пропустить. Это слишком легко. Тут реально она просто легкая. Жестко. Я вот тут, видите, невидимое вообще что-то. Ладно, давайте чуть-чуть схитрим. Ой, блин, все, я застыла на месте, гениально. Это я схитрила, называется, да? Блин, окей, дайте мне пошевелиться. Понятно, зря я нажала на эту кнопочку. Там можно ходить буду. Гениально, я ходить не могу. Почему так? Еще раз вытнусь. Мне бесит это, что вылазит. А, еще лучше. Игра такая себе. Давайте в другую сейчас зайду. Я здесь сегодня встретил свою подписчицу. Не знаю как, откуда вообще. Она у меня в друзьях была, оказывается, еще. Тем более. Кто смотрит это видео, напишите, может, это вы были. Девочка Сахарок, что-то 2.7 или что, я не помню. Вот сюда надо таким хопа-хопа. А, вот так вот, да? А я вот так буду ходить. Ой, а тут как? Видите, она мне сама ведет. Короче, я везунчик. Называется, когда ты умеешь хитрить. А куда дальше? А надо отсюда подойти, дошагать. Сейчас дошагаю, это легко. Блин. Они просто упали. Это в смысле? Боже, все, сейчас залагала. Сейчас вернемся на место и пойдем с вами. Походу. Ну нафиг, я не буду сейчас вот так вот. Лучше ходить, чтобы лагало капельку. А, угу. Вот так вот надо ходить. Короче, когда сильно далеко, это не получается. Когда сильно далеко, фантазируйте сами. Вот как сейчас, допустим, не получится. А, получится. Все, и не очень гениальный человек. Фэм. Что это? Так, вот пойдем. Аккуратно. Опа, опа. Сейчас он до туда вылаз. Тут достаточно должно быть легко. Ну, это игра легкая, в принципе. Просто ходишь. Ну, с читами. А, ой, не заметила, блин. Тут придется мне еще прыгать самостоятельно. Чапрык. Ой. Ой. Это... Я не знаю, как это произошло. Это как-то произошло, не знаю, как это произошло. Самую проходить, сейчас убираю эту фигню. Я не могу. Я
устала, мне бесит эта фигня, если честно. Ничего страшного, мы сможем, ребята. Так, давайте, пойдемте. Хопа, сюда. Сейчас дальше куда? Дальше вот так вот. Нафига туда? Туда сейчас. Есть. А что? А куда дальше-то? Ну, я на 15-м смысле. А дальше куда? А дальше-то куда? А дальше туда. Сейчас опять идем по этой же фигне. А, все? Типа все, я застряла тут. И куда идти-то? Да смысл, куда идти мне? Сейчас я вырублю эту фигню. С ней когда удобнее. Смотрите, мне надо вот до туда дойти. Как я до туда должна? А, до туда никак не дойти, да? Да, все-таки надо самостоятельно идти. Блин, доведите меня уже до куда-нибудь. Блин, бесит. О, красивая фигня. Не знаю, как пропустить этот этап. Короче, все, я выхожу. Всем до свидания, всем пока. Завтра, как было в прошлом видео, я говорю, что завтра выйдет новая серия в Тухолде. Все, поэтому всем пока, прощаюсь.